И снова всем привет! Вы на канале Роман Геймс. И сегодня я решил заснять еще раз видео топ-4 места, где может спавниться Гренни после ее убийства арбалетом. Я уже ранее снимал подобное видео, но тогда вам показывал, где спавнится Гренни приблизительно. Не точно в какой точке, в каком месте, возле какого предмета, а именно приблизительно. А благодаря кнопочке Invisible, ну в читах, самая первая кнопочка Invisible в читах, я смог узнать, где же спавнится Гренни в 4 местах. Точное место, именно точное, потому что как только она заспавнилась, она никуда идти не могла, она стояла на месте. Итак, начнем. Первое место. Это в подвале. Также, как вы можете узнать, она спавнится в подвале на красном пятне. Ну не люблю, блин. Также, как только вы начинаете играть в эту игру, Гренни тоже спавнится в подвале, как только вы начинаете играть. И также, как только вы начинаете играть, Гренни выйдет с подвала где-то через 10 секунд. Поэтому у вас будет время обшарить все этажи. Всего лишь 10 секунд. После 10 секунд она выйдет из подвала. Так что она спавнится в подвале, как только начинаете играть. Но Гренни может выйти и раньше с подвала, если вы нашумите и видите какой-то шум. Поэтому нужно быть максимально тихим. Хотя иногда, чтобы она куда прибежала на шум, это даже полезно, чтобы вы могли ее оббежать, так сказать, обвести вокруг пальца. Второе место. Она может спавниться на 3-м этаже возле стульчика. Возле стола. Возле стола и стульчика. Помните, я сегодня снимал видео, как же залезть на стульчик. Ну, я хотела спал, но не успел, потому что стульчик упал. Так что вот где она спавнится. Это точное место. Дальше, третье место. Она спавнится возле кладовки, где лежит человечье мясо. Может, это свинина или кабан, смаженный кабанчик. И это, мне кажется, что это человечье. Это была ее предыдущая жертва, как боксерская груша. Либо это может даже не боксерская груша, может она хочет съесть это мясо, потому что у нее есть манекен, на котором она тренируется. Четвертое место. Она спавнится возле телевизора. Вот где именно она спавнится. Возле телека. Может, прежде чем нас убить, она сначала посмотрит телек, который так не работает. Ну, включит, короче, свое воображение и будет смотреть телек. Так, это у нас было четвертое место. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось данное видео. И ждите моих следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.